saying you don't have to hurt him. Just find where he's tense. Nice. Double action. Yeah. You get two different energies. Yeah. Double action. Ну, видно удары какие, да? Одни разрывают, другие сводят. Stretch you out. Twist you. И они повторяются внутри у человека. Помните все упражнения, которые мы делали на полу, да? Remember the exercise we did on the floor. Когда чувствовали, руки держали. When you felt your hands. Гоняли напряжение вот эти. Вот это после таких ударов, если и человек ложится и может поставить все на место внутри у себя, то есть собраться. Видите, он раз собрался. Поняли для чего? Форму держит. Молодец. Видно, раз поставил спину на место. Потому что удар, смотрите, он выскочил в плечи. Спроси у него, куда удар выскочил. Where do you feel the hit? It's like upward moving, but a bit tense my ear. In your chest. So через плечо и потом в спине, в верхней спине. Чётко видно. It's much higher. Much higher. Да, вверх пошло. Так, крутился. Now I feel much better. Just look. I hold something. No. Yeah, but now I feel released. Oh. Соберем его до кучи.